Здорово, братан. Сегодня мы с тобой посмотрим, протестируем, продиагностируем ASIC E-Bank E9i Plus. Снимай, которые приехали по твоему предзаказу. Здесь их 150 штук. Часть мы уже отправили, еще, соответственно, часть отправили. Сейчас мы один ASIC подключили. Сейчас мы с тобой его протестируем. Единственное, что у нас нет возможности, заранее нас спросил, у нас нет возможности делать несколько кадров или раскадров, потому что снимаем мы мобильный телефон. Снимает меня Денчик. Денчик, поздоровайся со всеми. Здорово. Сейчас у нас включен первый режим. Вот это поближе сними, пожалуйста. При таком режиме ASIC потребляет 12000. ASIC 12527, видишь, это Terahash майнит. При этом он потребляет 1508 ватт. Это по розетке Sonoff. Вот она. То есть максимально точное потребление. Что мы сейчас будем делать? Мы будем делать разные режимы. За счет чего? Вот здесь поближе увеличить. За счет того, что будем менять нагрузку на чип. То есть мы сейчас поставим побольше, потребление увеличится. Посмотрим, сколько будет. Потом поставим поменьше, посмотрим, сколько будет майнить. Сделаем 4 режима. Такого ролика на YouTube нет. Это первый. Готов? Погнали. Поехали. Нажали нагрузку на чип. 850 добавили. При этом смотри, что стало. Это уже второй режим. Стал майнить практически 13,7, но он скочит 13,6, 13,8, 13,9 было. Вот она нагрузка 850 на чип. Температура поднялась до 64 градусов. Это, в принципе, не в напряг, можно добавить еще 900-950 мы сейчас добавим. Единственное, что у нас блок подключен на 1800 ватт, он кажется, да? На 1800 муравей. Но в любом случае мы сделаем еще такой режим, при этом потребление стало 1724. То есть, видишь, здесь зависит от того режима, которого ты используешь. Сейчас мы включим режим даунвольта. Жми паузу. Так, ставим даунвольт 650, пробуем. Не знаю, будет держать, нет. Применить. Вот здесь применилось. Видишь, и теперь перезагружаю. Нажимаю рестарт. Рестарт. Все, 5 минут ждем, продолжим. Так, поставили нагрузку 650, майнит 10,9, практически 11. Ну, скочит он, до 11 поднимался, но вот в этих интервалах ходит. Температура, обрати внимание, 55 градусов, Денчик приближает. При этом потребляет 1300 ватт. Сейчас мы сделаем более детальную настройку, то есть сделаем вот здесь 700, посмотрим, что получится. Я думаю, это будет один из самых таких оптимальных режимов потребление этого асика. Более детально уже можно будет смотреть и играться там, ну, 20-30, понимаешь, вот здесь прибавлять по этому спидометру. Ну, это мы сейчас не будем делать в рамках ролика. 700 покажем и потом максимальный режим. Давай. Поставили 700 потребления на чип, нагрузку. Майнит 11,8, 11,9, чуть-чуть скочит. В данный момент, видишь, 11,739. При этом температура 57 градусов. Мне кажется, что именно вот это потребление от 675 до 725 будет оптимальным. Потому что, как ты видишь, потребление здесь 1400. То есть примерное потребление ASIC S9 в стоке, знаешь, да? Ой, я ее выключил. Я выключил ASIC, ничего не прикинь. Ну ладно, главное, что мы засняли, все. Короче, мы сейчас ставим максимальную нагрузку на 1000 и покажем тебе, что получилось. Прикинь, я ее выключил, ничего не положи. 900 не хочет брать, потому что внутренняя утилита не позволяет. Вот я вот здесь задаю, видишь, 900 нагрузку на чип, но он ее не принимает. Поэтому 850 по умолчанию с этой прошивки, с базовой, да, больше нельзя поставить. Можно путем того, если уже замутить какую-то новую прошивку. Над чем мы будем работать? Над прошивкой с ребятами под этот асик. Есть один товарищ, который обещался помочь. Но это в процессе, как бы, ты уже увидишь более позднее. Поехали. Вот, ну, а на это у меня все. Обязательно подписывайся в Инстаграм. В Инстаграме у нас с тобой 30 секунд. Сегодня видел, да, сколько у нас были и погрузки, и разгрузки, и все вот это хозяйство. Там еще другое хозяйство было в Грузии. Вот, подписывайся обязательно в Телеграм. В Телеграме уже на 6000 идем. И, конечно, на YouTube. Всего доброго. Пока-пока, Телеграм. Давай, всех благ.